Фух, так, я назарабатывался, 200 рублей поднял. Сейчас пойду на пробежку, пока меня не будет, я с этих заработанных денег запущу пассивный заработок. В общем, нажимаем, все, пассивный заработок пошел, ракета полетела, и теперь она приносит мне деньги, даже когда меня здесь нет. Потом приду и снова продолжу сам зарабатывать. И хотите ли вы тоже иметь такой двойной заработок? Я уверен, что хотите, и сейчас я вам, как обычно, все подробно расскажу, и помимо этого дам еще несколько крутых способов. Погнали! Первый на сегодня — это сайт Satoshi Hero. Здесь довольно много видов заработка, и давайте начнем с самого-самого халявного. Каждые 30 минут вы можете здесь бесплатно крутить вот такую вот рулетку. И смотрите, здесь вам может выпасть от 3 до 250 тысяч сатоши. А 250 тысяч сатоши — это 10 тысяч рублей. И прикиньте, вам так повезет, что за один клик выпадет десятка. Потом кому расскажешь, блин, точно не поверят. Но зачастую здесь выпадает 50, 100, 200 сатоши. Это примерно 4-5 рублей, что тоже неплохо, учитывая, что это полная халява. Следующий способ заработка — это установка приложений. Для этого тут есть много разделов, и в каждом из них содержится куча разных заданий. И давайте откроем любой из них. И здесь есть много простых заданий. Например, вот, нужно установить приложение, просто запустить. Вот, здесь тоже такое задание. Вот такое же задание. За это платят вот в среднем там по 50 сатоши. То есть это в среднем по 2, по 2,5 рубля за каждую установку. За самую обычную установку. Но есть задания посложнее, где нужно еще что-то в этих приложениях выполнить. Вот, например, установить какую-то игру и собрать там 500 бананов. За это дадут 1680 сатоши. А это уже 72 рубля. Вот это уже, согласитесь, приличные суммы. И это далеко не самое высокооплачиваемое задание. Вот здесь надо дойти до 11 уровня, за это заплатят 2000 сатоши. Это уже около 100 рублей. И таких заданий тут просто сотни. Вот еще один такой прибыльный раздел. Здесь тоже обычные задания по установке. И вот нужно просто установить приложение, получите почти 90 сатоши. Это в районе 5 рублей за обычную установку. Таким образом, устанавливая там по 5, по 10 приложений в сутки, здесь можно поднимать по 400, по 500 рублей. И смотрите, здесь платят сразу же в биткоинах, то есть никакие монеты переводить никуда не надо. И выводят здесь тоже в биткоинах, и вывести можно на любой биткоин адрес, но тогда минималка на выплату будет 100 тысяч сатоши, это 4000 рублей, и это очень-очень много. Но также можно вывести на биткоин адрес, который вы можете создать на кошельке Faucet Pay. Вот вы регистрируетесь на сайте Faucet Pay, и вам здесь выдается биткоин адрес. И минимальная выплата уже на этот адрес всего лишь 10 тысяч сатоши, это 400 рублей. Так что на этот кошелек выводить намного выгоднее, потому что 400 рублей тут можно заработать буквально в первый день работы. И это круто, но мы идем дальше. Дальше идет сайт PayU. И как вы думаете, сколько он включает в себя способов заработка? Напишите свое мнение в комментариях. А лично мне удалось насчитать 12 способов. Вы прикиньте, 12 на одном сайте. И обо всех я, конечно же, рассказывать не буду, чтобы не затягивать видео, а расскажу о самых прибыльных. Первый – это сбор денег каждую минуту. Смотрите, здесь необходимо пройти две вот таких капчи. Вот я прошел первую и проходим вторую. Нажимаем на «Начать сбор» и нажимаем «Забрать свою награду». Все, нам за это заплатили 30 монеток. И так мы можем собирать вот 100 раз в день. Дальше это точно такой же сбор, но с большей оплатой. Здесь вам уже платят по 50 монеток за каждый сбор, но собирать их можно каждые 5 минут. А такой сбор за сутки вы сможете сделать всего лишь 20 раз. Ну и принцип здесь тот же. Прошли две капчи, деньги упали на баланс. Следующий очень прибыльный раздел – это сокращенные ссылки. Здесь вы по ссылкам переходите на разные сайты, и на сайтах надо проходить капчу. И смотрите, за каждый такой переход в среднем платят вот по 130 монеток. Вот нажимаем перейти, вот мы прошли капчу, и теперь нажимаем на эту кнопку, и нас сейчас перекинет на второй сайт. И здесь тоже проходим капчу и нажимаем на красную кнопку. Все. И все, нам за это заплатили 130 монет. Второй прибыльный раздел называется Offer Walls. Здесь вы можете переходить на сайты, сидеть несколько секунд и получать за это деньги. А теперь, друзья, сколько же за это все платят? Платят здесь вот в таких вот монетках Pay. Я вот буквально за несколько минут заработал здесь уже 500 монеток. 100 тысяч таких монет — это 1 доллар, то есть 70 рублей. Но теперь самое главное. Вывести заработанные деньги можно на Payeer кошелек в долларах. Минималка на выплату как раз и есть 1 доллар или же 70 рублей. И самое главное, деньги здесь приходят моментально. Дальше расположилось одно из самых моих любимых приложений Aurum. Это одно из самых
самых лучших приложений для заработка по установке приложений. Вот, выбираем абсолютно любое задание. И смотрите, здесь вам надо просто установить приложение и оставить выдуманный отзыв в Google Play. За это вам заплатят 40 монет. Это 4 рубля. Да, друзья, 4 рубля сразу на баланс. Здесь не надо достигать никаких уровней в приложениях и там ждать по несколько дней. Нет, вы сразу установили приложение, оставили отзыв и получили 4 рубля. И я про это приложение уже снимал видео и просто охренел от того, какой тут высокий и быстрый заработок. Смотрите, в прошлом обзоре я прямо на видео начал заработок вот в 14.34. И закончил я его, получается, в 14.54, то есть ровно 20 минут. И за это время я заработал 560 монет, это 56 рублей. Прикиньте, 56 рублей за 20 минут, то есть за час тут можно зарабатывать 120-130 рублей. Причем, когда я зарабатывал, я ничего из видео не вырезал, и вы можете этот выпуск целиком посмотреть, он сейчас появится тут в подсказках. Ну и я, конечно же, сразу же эти деньги вывел. Но раньше вывод был доступен только на мобильные телефоны, совсем недавно добавили способ вывода на Киви. И смотрите, минималка на выплату здесь 150 монет, это значит всего лишь 15 рублей, и вывести их можно моментально. То есть нажали зачислить, и они сразу же пришли к вам на Киви кошелек. Кстати, если вам не сложно, то вы можете указать мой промокод при регистрации, который также будет под видео. Тогда я смогу быстрее накопить приличную сумму, скажем там 400-500 рублей, и проверить это приложение на такую выплату. И перед тем, как показать самый прибыльный способ, хочу сказать, что у меня запустился свой собственный проект под названием Fast, с помощью которого каждый из вас сможет максимально быстро развивать свой YouTube канал и получать с этого деньги. Сейчас, друзья, идет набор участников, и он продлится совсем недолго, поэтому успейте попасть. И после запуска все участники, которые попали в проект, смогут начать зарабатывать с YouTube 10, 50, 100 и даже 200 тысяч рублей в месяц. Ссылочка на этот проект есть под видео. И, кстати, сегодня в 19 часов по Москве в своем инстаграме я проведу прямой эфир, где вам дам несколько классных лайфхаков по заработку на YouTube, а также разыграю несколько бонусных промокодов для участия в моем проекте. Ну и дам еще несколько подарков. И что это будут за подарки, вы узнаете на стриме, так что приходите, ссылка на инсту под видео. Ну и напоследок, топовый сайт под названием Vuxi Books. Он позволяет зарабатывать и обычным, и полностью, вообще полностью пассивным способом. Да-да, это тот самый пассивный заработок, который вы так долго ждали. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с простого заработка, это переход на сайты за деньги. Вот смотрите, вам надо пробыть на этом сайте 20 секунд, за это вам заплатят практически 3 монеты. Давайте это и сделаем. Переходим на сайт. Запускается таймер на 20 секунд, и нужно просто пройти капчу. Все, нам за это заплатили. И таких сайтов тут, честно говоря, ну вот, как говорят, хоть жопы жуй, их прям полно-полно, и это очень круто. Но это еще не все. Оплату за каждый сайт здесь можно увеличивать. Смотрите, здесь за каждый сайт платят вам в коинах, и вы на эти коины можете покупать прокачку вашего клика. Вот смотрите, вы покупаете прокачку первого клика, и вам за каждую следующую оплату за сайт прибавляют по 1%. Потом прокачка на второй уровень дает плюс 2% и так далее. То есть заработок тут можно постоянно увеличивать. Если вы сегодня, например, сможете заработать, скажем, 100 рублей за день, то прокачав до 10 уровня, вы уже сможете за эти же действия зарабатывать 110-120 рублей. А теперь идем к пассивному заработку. Смотрите, тут те деньги, которые вы заработали, можно не выводить сразу, а тратить их на покупку вот таких вот пакетов. Вот, например, вы покупаете вот этот вот пакет за 1200 коинов, и он вам каждый день приносит по 7,2 коина в сутки. И он это приносит на протяжении всей жизни на полном пассиве. То есть вы можете вообще закрыть сайт, пойти спать или вообще зайти на сайт через месяц, а вам все равно все это время будут капать деньги. И это реально круто. И один вот такой вот пакет самого первого уровня выдается вам бесплатно, просто за регистрацию. И вот, я его уже активировал, и теперь мне каждый день капает по 2,5 коина. И я сейчас могу накопить 600 коинов на просмотре рекламы и купить прокачку этого пакета. И тогда мне уже будет капать не 2, а 5 коинов в день. Если в первые дни он вам будет приносить немного, то со временем вы сможете только на пассиве здесь поднимать по 300, по 200, по 400 рублей за сутки. Но самое главное, тут максимально удобный вывод на Payeer кошелек. Вывести можно как в рублях, так и в долларах. Минималка на выплату 100 коинов, это ровно 1 рубль. И огромный плюс, что деньги после заявки на выплату вы получаете на кошелек моментально. А также советую посмотреть еще одно мое видео, где я рассказал об автоматическом способе заработка, который за вас ставит лайки и подписывается, а вам остается лишь только выводить деньги. Ну а также ставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. Всем удачи, пока!